Вот такая вот настоечка у меня получилась. Это на... Уже месяц прошел. Месяц прошел. Вот такой цвет у нее такой темненький уже. Там водка хаски. Заливал водкой хаски. А это просто скорлупа. Там пишут перегородки. Но я пока упростил вариант. Это просто сделал на... Целиком просто. Все месяц киданул туда. Эту бутылку. И скорлупу, и перегородки. И залил водкой хаски. Вот месяц прошел. Посмотрим, что получится. Ну вот что получилось. Вот я слил. Сколько там хаски было? Получается, пол-литра залил. Вот столько в банке получилось. Баночки. Славянский, да? Хреновина. Вот это вот настойка на грецких орехах, на скорлупе. Ну, пахнет нормально так. Ну, спиртовой запах, я бы сказал, не водярый. Ничего так сейчас. Там увидел там на одном клипе мужичок советует подсластить ее. Не знаю, можно попробовать.